несколько минут хотел бы рассказать для людей немножко информации о GDG Омск, Google Developer Group Омск, так как на самом деле некоторые узнавали о нашей группе только вот сейчас, в связке с конференцией. Хотя не такая уж маленькая часть среди присутствующих здесь являются активными участниками наших прошлых мероприятий, были в разное время участниками оргтима и прочих вещей. Итак, ну немножко о себе, докладчик Алексей Зиновьев. Вот. Аспирант МГУ сейчас, занимаюсь математикой, теорией графов, прогнозированием пробок, исследованием транспортных систем. И я знал, что сегодня будет пробка. Вот. Большой фанат различных Maps API, в том числе Google Maps API. Дальше, немножко. Представьте себе, вот был мир с технологиями Google, а в Омске Google Group не было. Ну, собственно, когда-то один амич подумал, пойду погуглю об этом, разузнаю чуть побольше. Этим амичом совсем не случайно оказался Алексей Кровянский. Человек, который всегда отличал большой интерес к различным технологиям, сколько учились, сколько помню, он все время что-то новое для себя открывал. И вот открыл, собственно, для нас, собственно, вот этот дивный новый мир, как говорил Хаксли. Итак, Омск GTAC. Когда-то мы назывались Google Technical User Group. Основан был 24 апреля 2011 года. Первая встреча — это была трансляция Google I.O. Extended в 2011 году. На данный момент мы провели больше 40 ивентов, и больше 2000 уникальных посетителей было зарегистрировано в различное время или посетило их, то есть в том числе и вы сейчас, я вас уже включил в эту статистику. Итак, в течение последнего года мы входим в пятерку по некой метрике, в пятерку по всему миру, вот таких вот Google Developer Group. Ну вот здесь... Карта. Как же без карты? Обратите внимание, это Google Developer группы по всему миру. Зеленые — это активные группы, желтенькие — чуть-чуть менее активные. Ну вот, после определенной перерегистрации, вот это GDG мир. Обратите внимание, что в России, конечно, мы обнаруживаем большие пустые пространства на северо-востоке, да и в центре. Вот. Безумно здесь сильна Индия, Африка, Китай, Южная Корея, может быть, Аргентина, даже Филиппины. Вот. Но в Европе вообще не протолкнуться. У нас в России пока с этим немножко туговато. Но вот мы стараемся и постепенно распространяем это вширь. Вот ProofPeak, пожалуйста, омский GDAC на 5-й позиции. Мы периодически соревнуемся так или иначе с GDG Шанхай, большой чешской Google группы, киевская, там просто мощная очень организация. Вот есть еще буйность Айрис и Тунис. Вот, неожиданно там в Тунисе есть город Тунис, и там вот есть такая организация. Ну вот и далее по центру. Справа видите рейтинг стран, ну мы часть рейтинга, так сказать, России тоже даем. Итак, тут будем немножко разминаться. Вот сейчас просто встаньте, пожалуйста, активные участники, которые получили инвайт вот сразу. Тут среди вас есть такие, просто на вас хочется посмотреть. Вот. Мы рассылали какой-то инвайт вот очень давно. Вот есть такие, хочется просто вас увидеть. Что? Вот, посмотрите на вот этих вот людей, они есть среди вас. Вот вы бы встали и постояли, вас не видно. Ребята, пожалуйста, встаньте. Вот как-то вы все на задних рядах там заместились. Обратите внимание, были люди, которые неоднократно посещали наши мероприятия, или были как-то связаны с ними, вносили большой вклад, делайте. Спасибо, ребята. Это просто вам респект. Просто поднимаем руки, если вы хоть раз посещали наши мероприятия. Вот. Да, приятное количество, то есть такие люди тоже есть. Если вы школьник или студент первого курса, вот, и студент первого курса, есть первокурсники? Вот, ну, заметьте, среди вас есть доля студентов и школьников. На самом деле очень важно, чтобы эти все вещи были открыты в каком-то смысле и для, теперь уже по отношению к нам, младших поколений, что ли. Вот. И, пожалуйста, если вы ни разу не пользовались технологиями Google, тут вообще есть такие, поднимите руки. Что вы здесь делаете? Выходите. Если у вас есть хотя бы один ребенок, пожалуйста, поднимите руки. Вас почти как школьников, ребята. Спасибо вам, что вы находите время среди воспитания ваших детей развиваться еще и самим, и вот посетили нас. Это на самом деле тоже такой значительный подвиг. Вот я почему-то решил вспомнить вас. Спасибо. Немножко об основных событиях, которые мы проводили. Это хакатоны по Android и Chrome. Я думаю, часть участников знали об этом. Хакатоны — это такие небольшие мероприятия, где люди 2 дня усиленно разрабатывают, а потом соревнуются между друг другом, показывая приложения, которые они за эти 2 дня и написали. Девелопер-кафе у нас периодически проводится. Мы собираемся там, часто в соленом Зефире или еще где-то и просто общаемся там.
кто-то себе что-то заказал, мы обсудили IT-отрасль Омска, посплетничали про новые технологии и так далее. Есть хангауты на интересные темы, то есть тут мы немножко уже подключаемся в некую общую волну, которую Google развивает по миру, то есть есть некие трансляции, которые идут, это хангауты между участниками сообществ, семинары по технологиям, теперь уже обязательный must-have просто перед всеми хакатонами. Есть люди, которые приходят, например, слышат про Android, ну не впервые, но не программировали точно ни разу. Ну их же нужно немножко подучить. У нас есть опытные эксперты, которые охотно делятся знаниями. Многие помнят, наверное, собеседование в Google, если были. Это у нас тут тоже на территории ЭМИДа проходило весной. Такое дико потрясающее мероприятие с нажиманием кнопочек, интеллектуальная игра. Даже такой формат. Ну это, конечно, трансляция Google I.O. Это классика. Собираемся ночью и смотрим, как далеко в Калифорнии. Вот там Сергей Брин надевает Google Glasses и смотрит на нас оттуда, с той стороны экрана. Вот, немножко фотографий. Вот Android DevCamp 2012, это был у нас в феврале и в марте. А вот Google Web 2012, это вот с двух хакатонов, которые были. Вот тут уже все такие мирные. Почему мы делаем это? Вот сейчас важные такие слайды идут, такие о наших целях. Ну, у нас в какой-то момент сложилось ощущение, что Омск — это город таких вот сонных аутсорсеров, людей, которые работают в каком-то смысле очень сильно на заказ, но производят все-таки, согласитесь, очень мало своих продуктов. Я очень мало нахожу в Android-маркете, там, в Chrome-маркете каких-то приложений, которые созданы для Омска, где это слово хоть каким-то образом причем фигурирует. Да, есть отдельные подвижки, но их все-таки маловато. Необходимо поверить в собственные силы. В каком-то смысле нужно понять, что комьюнити, общение, вечерние хэнгауты – это может стать стилем жизни, потому что ты становишься намного открытий для целого мира, и этот мир в каком-то смысле входит в тебя. Очень важно, как уже было сказано, быть на острие мирового развития. Вот. Помните, Google – это не вещь в себе. На самом деле это не просто строчка поиска какая-то, в которую можно забивать и находить очень важные вещи. Да, с этого все начиналось. Но за последние годы все шагнуло намного дальше, и то количество продуктов, интересных штучек, которые предоставлены, сейчас не время, может быть, о них мне рассказывать, но они есть. Это большое количество и мастер-классов, видеолекций и так далее. Заходите на сайты, которые я приведу позже по ссылкам, и находите для себя огромное количество новых штук. Мы и Google. Почему мы и почему Google? Мы пользуемся, и мы Google, передовыми технологиями. В частности, мы пользуемся Google технологиями. Общаемся, помогаем друг другу в исследованиях. То есть не только односторонняя какая-то связь. Генерация идей происходит с обеих сторон, и мы взаимно обогащаем друг друга, безусловно. Такого, что, знаете, я придумал вот эту вся идею, спрячу в темном чуланчике, никому не покажу. Это в каком-то смысле оживший стиль. Развиваться можно сейчас только в командах и двигать науку тоже только в крупных командах. Вот, строим открытый мир, как бы это ничего не говорило, когда ты сидишь в хэнгауте с представителями разных рас, конфессий и просто стран, языковой барьер преодолевается, и ты чувствуешь, что наш земной шарик очень маленький. Вот, GDG-лаборатория, совсем кратко, вот, мы двигаемся в направлении того, чтобы здесь зарождались команды и проекты. Здесь происходит какая-то разумная критика идеи. Если у вас есть там идея стартапа, вполне можно катать ее на хакатоне под взглядом справедливого жюри. Используем различные Google API. Общаемся с исследователями. Будущее на самом деле не определено. Мы не знаем, куда мы пойдем строго дальше. Может быть, будем делать только образовательные семинары или мастер-классы по технологиям. Может быть, пойдем общаться на природе, в конце концов. Почему бы там девелопер выездные палатка-кафе не делать? Но точно будем, знаем, что будем делать полезные приложения для Омска. Вот. Немножко о контактах и полезных ссылках. У нас есть сайт. Это ключевая точка входа. Вот, оттуда ведут ссылки на все основные вещи. Блог, можно подписаться на него, и вы тогда не пропустите новости о событиях, а не будете регистрироваться в последний день. А знаете об этом раньше. G+, страница, для нее есть даже расширение для Chrome, которое сообщает о новостях. Вот. Супер ссылка. Сайт Google, developers.google.com. Это очень важная входная точка. На ней сейчас сосредоточена вся информация о Google группах. Если вы переехали в другой регион, не знаю, там, на Филиппины или в Таиланд, и вдруг захотели посетить какой-то Google event, посмотрите, может быть, там уже есть Google группа. Вот. И Google группа. Это группа, где люди задают какие-то вопросы. Например, у вас есть вопрос по Android-технологии или еще чему-то. Вы можете зайти, задать вопрос, и через какое-то время люди ответят. Такой маленький Stack Overflow, только в локальном сообществе. Все. Спасибо за внимание. Я надеюсь, уложился.